начинается с чашки кофе и подойти к своим малышкам, с ними пообщаться, да, поднять себе настроение. То есть это настолько вот на таком интуитивном уровне душевном вот эта связь такая. Праздник, праздник цветов, выставка в Харькове, выставка фиалок и других гастролевых. Судя по количеству людей, конечно, любителей цветов очень много. Представлены разные сорта, представлена зарубежная селекция, отечественная селекция, ну и уже внутри этих сортов вот всевозможные окрасы, формы, размеры, в общем, на любой вкус. Подойти к растению, не ставить на южные окна, то есть север, запад, восток, если юг мы притеняем, умеренный полив и раз в полгода пересадка. Все секреты.